Здравствуйте, меня зовут Элина, мы отдыхаем в Геленджике, и сегодня мы пришли на пляж пансионата «Приветливый берег». Покажу вам его инфраструктуру, на цены посмотрим. Пойдемте. Вот он, торцом к нам расположен, сам пансионат «Приветливый берег». Пойдемте по направлению к его пляжу. С набережной пляж выглядит вот так. Он очень напоминает пляж «Красная Талка». По-моему, у них один и тот же хозяин. Вот такие кустики цветущие около этого пляжа. Прямо загляденье. И вообще территория такая просторная, ухоженная, с лавочками. Вполне можно посидеть, отдохнуть. До сих пор этот забор не убрали. Снесли здание, и так все и осталось. А вот так выглядит вход на пляж. Пойдемте спускаться по лестнице. Вот, пожалуйста, прейскурант на их пляжные услуги. Мы вошли на территорию пляжа. Здесь имеются вот такие дорожки, выложенные плиткой. Раздевалка. Цветники. Сразу около входа детская лазалка. Место, специально отведенное для курильщиков. Это зона бунгало. Некоторые лежаки расположены под этими навесами, а другие просто стоят без зонтиков на берегу. Одна часть пляжа покрыта вот такими круглыми мелкими камешками, а полоса где-то в 15 метров около берега усыпана вот такой довольно плоской небольшой галькой. Люди лежат просто на своих ковриках, удобно, мы тоже так же располагаемся. Заполненность пляжа очень высокая. Сейчас уже вторая половина дня. Давайте я вам покажу панораму этого пляжа. Виден выход из бухты в открытое море. Заходы в море здесь хорошие. Небольшая галька, нет больших камней, нет водорослей. Мне здесь очень нравится. Пойду дальше, пройду по его территории. Этот пляж не настолько грандиозный по размерам, как пляж «Красная Талка». Но, в общем-то, достаточный. Он широкий. Имеется будка спасателей, раздевалок достаточное количество. Вот так выглядят катамараны. А посмотрите, какой интересной формы катамаран в виде автомобиля. Только здесь такой видела. Еще одна зона для курения. Под этим навесом в теннис можно поиграть. Здесь плетут афрокосы. Имеется массаж, вот контакты. Магазин с пляжными товарами. Медицинский пункт. Души. Туалеты. Стоимость посещения 50 рублей. Для постояльцев «Приветливого берега» бесплатно. Можно купить мороженое. А вот такие напитки вы можете здесь приобрести.
имеются разнообразные снеки, холодильники с охлажденными напитками и вот такие витрины, где видно то, что вы можете купить. Даже пиццу продают. Есть вот такая зона с высокими стульями, ну, типа барной. И обычная зона, посадочная, где столы, стулья. В общем, хорошая, приятная, ухоженная территория. Пляж достойный. Вполне можно порекомендовать сюда ходить. В районе пляжа находится кафе «Еда». Пойдемте посмотрим меню и цены. Это, оказывается, не кафе, а целый ресторан. Вы можете ставить на паузу и рассматривать цены поподробнее. Ну и раз уж мы сюда дошли, давайте подойдем к самому корпусу приветливого берега. Посмотрим, как он выглядит. Около кафе еще есть вот такие места, где можно сесть. Имеется зона бесплатных тренажеров. Здесь вход на территорию пансионата. Вход, как оказался, свободный. Его, правда, перенесли относительно того, где он был в прошлом году. Но мы зашли спокойно, без всяких пропусков. Хорошая, ухоженная территория. Тут даже кормушка для белочек. Посмотрите, какая интересная. Как избушка. Это у них зона бассейнов. Но бассейны, конечно же, только для посетителей приветливого берега. Всяких таких со стороны, как мы, сюда не пустят. А хотя почему не пустят? Вот я обнаружила такой прейскурант. Раз висят цены, ну, значит, заплатишь и придешь. Время работы бассейна, я так понимаю, с 8 до 22. На их территории есть киоск с пляжными товарами, а также киоск по продаже экскурсионных туров. Продолжаем обход территории. Все в плитке. Вот их центральный вход. Вокруг приветливого берега располагаются другие гостевые дома. Я насчитала в этом здании 16 этажей. Есть стадион, зона с баскетбольными кольцами, натянута сетка для игры в волейбол, тренажеры. А вот там чуть левее я вижу теннисную сетку и ворота. Ну, в футбол, значит, можно поиграть. А, вот это? Ну вот, побывали мы с вами на пляже пансионата «Приветливый берег», заглянули на его территорию. Спасибо всем, кто был со мной, и пока!